Блин. Ни хрена себе. Громко-то как. Не громко, а вибрирует-то как. Здравствуй, дорогой зритель. Михаил, канал «Картавый блогер». Да. Радненько очередная. Такая. Анонсик, скажем так. Самому интересно, что здесь такое прячется. Хлам ушатанная тут посылочка, короче, прячется, ребятки. Хлам просто. Ушатали бедную посылочку. Видите, прям вот. Играли ей бедный футбол. Так, там больше ничего нет. Больше ничего нет, а? О, Аляшеньки. По идее, это GPS-модуль. Я там сам еще не до конца во всем этом деле разобрался. Ну, вот прислали как минимум европейца. Это Xiaomi камера. Ну, не совсем камера, а автомобильный видеорегистратор с большим количеством разных разнообразных функций. Какая-то там система адак, шмадак, короче. Вот. Там вот пнули вашу машину, она бах снимать стала. У нее там аккумулятор есть для этого дела. Что это такое? Еще одна пленочка. И представляете, ребят, даже инструкция на русском языке. Сейчас откроем, посмотрим, что тут в итоге есть-то еще. Как это открывался? А, вот так вот открывался. Нифига себе. Все. Вот так вот. В бок отодвигаете и вынимаете, что вам необходимо. Итак, пришло у нас лопаточка. Лопаточка вам пригодится для того, чтобы в машине отодвигать. Как это сказать-то? Ну, в общем, короче, чтобы вот этот кабель проложить, чтобы он не по всему автомобилю болтыхался, а спрятать его куда-нибудь. Раз, два, вот такой вот. Блин, а в этот раз даже двойной. В этот раз, ребятки, даже двойной зарядничек. Причем, видите, 70 мэй, все дела. Маленький, удобненький, чтобы не болтыхался, это хорошо, а? Сам по себе видеорегистратор, к которому можно чпок, да обалдеть, и он прям на него будет клеиться, да, он прям на него будет клеиться. Вот, то есть, если бы вы взяли другую версию, то у вас была бы вот такая просто заглушечка, чпок, и на эту заглушечку вы приклеили. А в связи с тем, то что... Не в связи с тем, я просто заказал. Он сразу с GPS-иком пришел, с GPS-модулем. И прям вот... Да, то есть, смысл получается какой? Вот здесь вот пленочка. Эта пленочка антистатичная. Она клеится на лобовое стекло. И на нее уже приклеивается сам видеорегистратор. О, можно, видите, двигать немножко его. Функция кнопок. И так далее и тому подобное. Но так как это подготовка к основному обзору, я думаю, сейчас мы вот еще здесь вот почитаем, что будет написано, и выложим это интеллектуальный, профессиональный видеорегистратор 70 мэй. Внимательно прочитайте это руководство перед использованием продукта и храните его в надежном месте. То есть вы обязательно лучше сейф купите и в сейфе храните данное руководство, где написано, что вот это вот у нас индикатор, функциональная кнопка, кнопка питания. По какой-то причине он вот это вот динамиком, что ли, считает? А, вот, динамик. Камера, интерфейс USB, слот для карты памяти. Теперь стало все гораздо понятней. Благодарим вас за выбор интеллектуального, профессионального видеорегистратора. Он оснащен профессиональным чипом видеозаписи, датчиком изображения для захвата высококачественных видеороликов.
Для получения инструкции зайдите на ниже указанный веб-сайт. Перед использованием данного продукта внимательно почитайте инструкцию, чтобы избежать повреждений. Вот он сайт Азия 278. Конкретные функции содержимого этого продукта могут быть изменены. Активация. Важное замечание. Установите его правильно. Так, значит, что мы имеем? Датчик изображения Sony IMX 335, разрешение 2594 на 1944, камера, поле зрения 140 градусов, беспроводное соединение Wi-Fi поддерживает 2,4 ГГц, гироскоп, датчик ускорения, расширяемая память емкостью от 16 до 64 ГБ, скорость чтения записи класс 10 и выше. Источник питания, автомобильный перекуриватель, емкость аккумулятора 500 мАч. Тра-та-та. Да вы что, охренели что ли? Не используйте этот продукт при температуре выше 60 или ниже 10 градусов. Что? Ну ладно. Забьем мы, наверное, на это ихнее пожелание. На этом подготовку к тестам, я думаю, не подготовку к тестам, ну, вот я распаковал, я вижу, что вроде все цело, ну, немножко помялось, не более того. От вас жду, что вы хотите про него, чтобы я вам рассказал. Да, я его поменяю, у меня предыдущий Xiaomi стоит, вот я его поменяю сейчас на более современный. Ну, и, собственно говоря, вам все это дело расскажу. А может быть, ребенку отдам, ребенок просил. В общем, будет видно. Пишите, что вы хотите в обзоре увидеть. Я постараюсь это сделать за сим. Все, всем всего и до скорых встреч. Пока.